Всем здорово! Сегодня речь пойдет об Apple Watch, самых продаваемых часах в мире. Заметьте, самых продаваемых не умных, а просто часах. Так вот, мы сейчас с вами обсудим последующую модель данного девайса. Поехали! Некоторые наши да зарубежные ресурсы пишут о том, что следующее поколение часов от Apple приобретет круглую форму. Четвертая версия по-любому не станет нас так удивлять, потому как пока рановато настолько кардинально изменять им дизайн их умных часишек. Четвертая версия часиков от яблочников гарантированно получит увеличенный дисплей. Я считаю, вполне разумное решение увеличить дисплей. Пользоваться часами станет гораздо удобнее, экран сможет отображать больше информации, при этом они не станут громоздкими. Ныне все модели Apple-овских часов доступны в 38 и 42 мм размерах. Однако грядущая серия будет предлагаться в новых 44 и 48 мм размерах. Об этом написано в докладе одного авторитетного аналитика Минчи Куо из компании KGI. Этот мужик уже много раз давал точные предсказания по поводу будущих айфонов, айпадов. Например, он предсказал появление 4-дюймового нового айфона. Или, к примеру, точь-в-точь предсказал характеристики 6S. Ребята, скачивайте себе на телефон приложение Joom по ссылкам в описании и начинайте покупать крутые товары по нереально низким ценам. Там скидки до 90%, к тому же бесплатная доставка. Так что вперед за покупками! Исходя из доклада, компания Apple увеличит размер экрана своих Watch 4 на целых 15%. Вы только поглядите, как же он замечательно смотрится. Мне кажется, выглядит великолепно. Вдобавок, там должна быть применена абсолютно новая технология Apple. Называется Micro-LED. Micro-LED – это экран следующего поколения, в разработку которого технический гигант сейчас вкладывает достаточно серьезное бабло. Как раз таки первым продуктом, где Apple-овцы внедрят свое новшество, станет именно герой сегодняшнего выпуска. Micro-LED экрану не нужна подсветка. Вот его главная фишка. Каждый пиксель излучает свет сам. Более того, такие дисплеи потребляют меньше энергии, чем их конкуренты. Однако выдают более яркую, да сочную картинку, нежели иные технологии. Еще одна особенность подобных экранов – их толщина. Благодаря им в устройстве появится пространство под что-то другое. Скажу я вам, корпорация из Купертино всерьез заморачивается над этой новинкой. Можете себе представить, специально построили секретный завод, где работает около 300 инженеров сугубо над производством этих самых Micro-LED экранов. Четвертое поколение часиков обзаведется 3D-сканером распознавания лица, коим сегодня, как мы знаем, обладает iPhone 10. 3D-сканер позволит, примером, просматривать уведомления на Watch 4 только после того, как они считают лицо своего владельца. Естественно, часы смогут защитить данные пользователя после снятия часишек с руки. Вместе с тем, если у вас на них стоит код-пароль, то с таким сканером вам нет необходимости вводить код-пароль для разблокировки. Они просто определят ваше лицо и автоматически разблокируются. Кроме всего прочего, на новой операционной системе Apple Watch 4 по имени Watch OS 5 циферблат должен подсвечиваться постоянно. Чтобы вы понимали, гореть будут исключительно пиксели, отображающие текущее время. Для полноценной активации экрана пользователю необходимо поднять руку с часами. Часы оснастят более мощным аккумулятором, потому постоянно подсвеченный циферблат никак не скажется на продолжительности автономной работы. В аппарате станет больше датчиков. Пока нету по поводу этого какой-либо детальной информации, но совсем недавно появилась информация о появлении там датчика, отслеживающего фазы и режим сна. Какими еще, по-вашему, новинками наградят грядущую версию Apple Watch? Жду ваши предположения в комментариях. Ну а с вами был я, Алекс Гейч. Пока!